Рада приветствовать вас в стенах нашего вуза. Деканом экономического факультета является доктор экономических наук, профессор Мамай Оксана Владимировна. Но сейчас она на больничном, и сегодня я буду представлять экономический факультет. На нашем факультете осуществляется обучение по следующим профилям подготовки. Вы видите это на слайде. Это профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профиль подготовки «Экономика предприятий и организации», профиль подготовки «Производственный менеджмент» и профиль подготовки «Государственное и муниципальное управление». В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам. Это русский язык, математика и общество знания. Я, как выпускница экономического факультета, считаю, что наша академия достойна выбора. Качество образования мы подтверждаем не только посредством аккредитации, но еще наши студенты участвуют в региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах по специальностям, конференциях и показывают неплохие результаты. Наши выпускники работают в экономических, учетно-аналитических и финансовых службах, предприятиях различных отраслей. Трудоустраиваются в торговых организациях, банках, страховых компаниях, налоговых инспекциях и в органах государственных и в органах государственной и муниципальной службы. Надо отметить, что многие вузы Самары осуществляют подготовку по тем же направлениям, но у нашей академии есть ряд преимуществ. В частности, это практико-ориентированное обучение, доступная стоимость обучения и проживания в общежитии, удобное расположение академии, территориальная близость учебных корпусов и общежитий.